Итак, всем привет, добро пожаловать. Идем с вами по городу нежити и убиваем всю эту нежить, которая попадается нам на глаза. Так, двоих мы с вами сделали. Там нас кто-то пытался поранить. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь почти получилось. Да блин, опять какая-то фигня. Все. Шикарно. Так, секундочку. Надо посмотреть. Блин, опять получается с этой стороны не открыть, к сожалению. Так, заходим вот сюда. Тут нас уже разбойники ждут. Так, есть еще один. Тут прям все четко. Между прочим, там у нас лестница. Но вот просто так через этот подоконник, ну, никак не получится перепрыгнуть. Итак, в этом сундуке 5 черных огненных бомб. Ну, то есть это более мощные версии обычных огненных бомб. Так, ничего себе. Фух, не все так просто. Сейчас будем с вами подниматься вот сюда. Блин, откуда? Откуда там? И получай. Все. Душа пропавшего мертвеца опять у нас. Так, бежим вот сюда. Ну что, зайдем? Да, получается использовать отмычку. Отмычка — это предмет, который мы с вами получаем в виде дара в начале игры. То есть там есть, в принципе, другие варианты дара, но я выбрал вот эту отмычку. Ну, вещь, конечно, на мой взгляд, самая полезная из всех даров, которые можно выбрать в начале игры. Так, ну что ж. Блин, ничего себе! Так, давай-ка мы... Хорошо. Не вопрос. Есть. Вот так. Так, и двое опасных... Двое опасных здесь. Блин, хорошо, хоть второй удар не нанес. Было бы вообще прям печально все. Там у нас, да, ловушка. Ну что ж, это, в принципе, не проблема. Всего лишь один. Всего лишь, точнее, одна нежить. Так. Чуть было не пропустил дверь. Вот опять, пожалуйста, мы с вами используем отмычку. Но туда мы вниз с вами не пойдем. Сначала посмотрим, что у нас тут наверху. Так. Ящерка. Круто. И получаем два мерцающих титанита. И мы с вами видим, между прочим, что стена белого света не рассеивается. И это означает, что у нас здесь будет босс. Но сначала вот с этими... Вот с этими... мертвецами разберемся. Давай. Так, отлично. Ну что ж, и так как мы с вами поняли, пришли к выводу, что здесь будет босс, то я предлагаю воспользоваться золотой смолой, потому что она усиливает оружие. Я думаю, что можно использовать флягу с эстусом, чтобы не было никаких проблем у нас со здоровьем. Да, все. Это босс. Демон-телец. Нам надо с вами быстрее подниматься.
Нужно подняться наверх. Вот сверху будем его убивать. Офигительно. 444 урона. Ну вот и все. Мы это сделали. Буквально там за 15 секунд. Это был босс Демон-Телец. Ну и получаем человечность, косточку, возвращение. Так, сейчас поглядим, там у нас мост. Вот нам, скорее всего, туда с вами и нужно. Большая душа. Заперта. Так. И вот этот дракон опять прилетел сюда. Убил нежить и добавил нам душ. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Я выбираю «да». This pleases me greatly. Well then, take this. Получаем от него мелок для белого знака. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Все понятно. Это означает, он предлагает нам свою помощь. Например, мы с вами будем биться с боссом, можно будет призвать этого рыцаря. Ну что ж, у нас впереди огромный дракон, и наконец-то мы с вами с ним повстречались. Так, может быть тогда вот так сделаем. Попробуем подойти поближе, нет? Да что-то прям, он так, знаете, заманивает, но мы с вами туда не пойдем, потому что я знаю, это всего лишь... это ловушка! Давайте спустимся вот сюда. И, между прочим, это будет короткий путь к нашему костру. Так, ну теперь нам нужно попасть к местному торговцу. Потому что мы с вами будем пытаться убить этого дракона. И для этого нам потребуются определенные предметы. И нам их придется купить. Благо мы с вами накопили достаточно душ. Так, давайте-ка. Сейчас, секунду. Ну давай, блин. Вот. Да блин, не успел. Вау! Нет. Ладно, фиг с ними. Просто отсюда уберемся. А вот и торговец. Well now, you seem to have your wits about you, Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale.
Купить предмет. Вот, в принципе, все, что он продает. Порошок для починки, метательный нож, огненная бомба, талисман Ллойда, засушенный палец. Даже такой есть. Оранжевый путевой мелок. Так, в этой категории все. Ключ от жилища, ремонтный ящик, бездонная шкатулка, сабля. Сколько стоит? 1000. Ну, давайте приобретем. Короткий меч. И вот здесь нам нужно приобрести короткий лук. И приобрести, пожалуй, обычные стрелы. Наверное, штук 45 нам, в принципе, может пригодиться. Так. Ну и здесь перед нашими глазами кольчужный сет. Это нам не требуется. Так, я вижу тебя. Все. Лута нет. Ну давай. Да, получается, здесь мы с вами идем каким-то другим путем, то есть доберемся до каких-то скрытых локаций. Сейчас, подожди, посмотрю. Там у нас еще и внизу продолжение локации. Вот как раз, наверное, оттуда и будет. И будет у нас возможность пройти по одному из коротких путей, которые мы с вами уже видели. Точнее, это те двери, где написано, что с этой стороны не открыть. Но мы-то с вами с другой стороны это сможем сделать. Итак, получаем легкий арбалет и обычные болты к нему. Теперь, я думаю, мы с вами здесь просто спрыгиваем, да, и можно даже не останавливаться, пробегаем. Ну и поднимаемся к нашему дракону. Будем пытаться убить его приобретенным луком и стрелами. Отдыхать не будем, потому что, в принципе, нам не удастся здесь, вот на этом костре, восстановить 10 фляг с эстусом. Это вообще, в принципе, нереально. Это можно сделать в храме огня, либо здесь, но придется потратить человечность для того, чтобы поднять, я так понимаю, уровень костра. Так, ну что ж. Давайте выберем короткий лук. Сюда сразу, подожди, вот сюда поставим стрелы. Давай в две руки и понеслась. Ну что ж, начнем экзекуцию. Так, отлично. Ну давай, давай, да, давай. Е-е-е. Ты смотри, получилось. Все-таки достал его. Ну что ж такое-то, получай. Да. Все, отлично. Давай, давай, давай. Может быть, в крыло? Не, в крыло не получается. Короче, вот таким образом мы с вами... Да ё-моё! Будем потихонечку убивать этого дракона. Может быть, два раза получится? Надо посмотреть. Так. Давайте-ка вот так. Есть! Сразу вот сюда. Да, блин. И сюда не получается. Так, нужно быть еще не таким расточительным, потому что все-таки количество стрел у нас ограничено. Нам бы, конечно, поточнее попадать, потому что у нас закончатся стрелы, а мы с этим драконом ничего не сделаем. Да блин, ну, буквально какие-то прям моменты не получается. Вот эти подловить. Ну, прям показалось, как будто все здесь... Да опять нет? Ну, как же так? Вот. Отлично. Ну, крыло. Не, не получается.
Уж хотя бы так нам задачу облегчили бы. Но нет. И опять нет. Прикольно. Ё-моё. Ну что ж ты будешь делать-то? Да как так-то? Ну, блин, ну попади ты, ёлки-палки, в этот хвост, блин. Все, короче, наверное, не стоит нам рисковать, потому что прям совсем все туго здесь. Итак, да, мы с вами получаем в итоге меч дракона. Давайте сразу будем его ставить. Ох, разозлили, да? И причем по статам у нас получается его поставить, потому что мы с вами прокачали силу до 16, а здесь как раз-таки требовалось 16 силы. Ну а теперь мы с вами будем пробовать... Ой. Офигеть. Ух. Да, ребят, не все так просто, но награда там в конце. Там у нас костер. Ну что ж. Так, ну чё? Мы с вами бежим. Вот так. Ха, у нас получилось. Yes. Это неплохо. Это просто офигеть. Так, надо успеть. Быстрей. Давай. Yes. Ух. Итак, ну что ж, пойдем. Нам нужно еще испытать наш меч. А вот я вижу цель. Ну, что сказать. Вроде неплохой урон. Так, впереди у нас какой-то прям опасный враг. Но мы с вами к нему пойдем. Сначала давайте вот сюда. На самый верх этой башни. Так. О, это враг у нас поопасней. Но у нас с вами есть вот такой прием. Да. Очень даже неплохой приемчик. Так, самое главное с ним аккуратней. Да нет, блин! Давай, вставай! Так. Фух. Так, может быть, тогда с вами не будем рисковать. Короче, давайте вернемся обратно к костру. Во-первых, у нас там будет больше пространства. Во-вторых, нам нужно подкрепиться, восстановить наше здоровье. Блин, он все-таки бежит прямо вот за нами. Давайте выберем момент. Вот сейчас мы с вами, да, используем Лягус Эстусом. Ну что ж, теперь можно включиться в эту схватку. Да, блин! Что ты делаешь? Так, аккуратно. Давайте на мощной атаке, мы его подловим. А вот и наша контратака. Так, еще один разочек. Замечательно. Фу. Итак, получаем большой меч черного рыцаря и обломок титанита. Ну и, между прочим, большой меч, он, по сути, один из самых мощных в этой игре. Ну и мы с вами скопили определенное количество душ. В принципе, все... Ну ладно, давайте, может быть, тогда 20 сила и ловкость. Да хотя ладно, давайте все в силу, у нас будет 21 сила. Ну что ж, на этом все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Продолжим в следующей серии.